Всех приветствую, дорогие друзья. В Москве время волейбола. Динамо Москва против Шахтера из, как дает нам графика, Минска, но на самом деле из города Солигорск. Главный тренер команды из Беларуси Виктор Иванович Бекша. Все, игра началась с подачи Павла Панкова. И тут же на тройном блоке атака у белорусов. Панков, передача за спину, и блокирует Светана Соколова. Вот так начало. В прошлом сезоне был как раз таки в стартовом зачитании динамовцев. Претендует на одну позицию. И сегодня Константин Брянский отдал предпочтение именно Дмитрию. 3-2. Шахтер забивает. Как Цветан умеет подавать. Ну что, первая подача в сезоне. И вот такая вот домашняя сетка помогла. А здесь Авдоченко все-таки забил. Все-таки забил. 5-4. Антон Семышев подает. Отличная подача. И доводка. Богатка. Здесь из диагонали. Павел Авдоченко. 6-6. Передача на того самого Андрея Марченко, который попадает под одиночный на самом-то деле блок. Андрей Марченко был великолепен. 8-9. Задняя линия, атака Динамо. И это одно из главных оружий динамовцев в прошлом сезоне. Динамо были на третьем месте. В этом межсезоне он перешел из французского Камбре в белорусский клуб. А вот это вот что-то из разряда фантастики сейчас исполнял Павел Панков. И как он все-таки смог найти Илью Власова. 12-12. Но Илья что-то высказывает главному арбитру сегодняшней встречи, Артему Сукало. Это первый сезон после 9-летнего перерыва. Горняков. Ух ты! Павел Панков. Великолепная скидка. Заставляет он меня переставать говорить о соперниках. Нужно обращать внимание больше именно на динамовцев. Панков. Валерий Старцев. Один из председателей совета. У Шахтера в планах выйти в плей-офф. Это я уже говорил. Но спустя время они хотят попасть в топ-6 российского чемпионата. 1/8 Кубка России. Между прочим, горняки пробились. Правда, в своей последней встрече. Ух ты! Снова атака задней линии. Богатка в этот раз прекрасно разобрался в ситуации. Не самый простой. Мощная подача. Богдан с доводкой на 5-й метр. Остались без атаки динамовцы. А это Максим Богатко. Максим Богатко, 2001 года рождения. Этот волейболист, 1,99 м рост, четырехкратный победитель чемпионата Беларуси, трехкратный обладатель кубка. Илья. Дмитрий Жук. Не спешите делать выводы о белорусах. Эти парни способны на очень много. Ерменин с доводкой. И вот ответ динамовцев. Задняя линия. Антон Семышев. 20-е очко Динамо приносит. Богдан. Выбитый прием у Шахтера. Но здесь от блока в аут. И нет. Мяч все-таки остался в игре. Еще один шанс у Шахтера забивать. И они им пользуются. Андрей Марченко под номером 14. Не самый родной для себя второй зоны. И стали меняться они по ходу этого розыгрыша местами с Павлом Авдоченко диагональным. Смотрим. Тоже не стал усложнять. Цветан Соколов в приеме задней линии. Денис Богдан! На опускающийся Власов вбросил сильно глубоко в площадку. Тем не менее, переходящий мяч у динамовцев. В атаке Богдан. Все равно белорусы сохранили этот мяч. Посмотрим, что предпримет Павел Панков. А Павел Панков, пожимая плечами,
говорит о том, что зачем что-то выдумывать и доверять своим партнерам, если я могу сам на себя взять ответственность и капитанской скидкой завершить партию. В сочетаниях команды появились и на второй сет. Переходящий мяч. Кураш не мог на него прыгать, ведь он выходил с задней линии. Этим и воспользовались москвичи. Второе очко. 3 очка, но свое преимущество несколько начинают терять. Сами ошибаясь. Снова нет доводки. На выбитом мяче атакует Авдоченко это был. Да, Павел Авдоченко атаковал и не попал в площадку. Как будто немножко робеют. А это Давид Фейль. О нем стоит рассказать несколько больше. Здесь, по-моему, после атаки Дмитрия Жука мяч коснулся площадки, но все равно его не зацепили волейболисты из Беларуси. 5-5. Динамо сравнивает счет. Рядом со своими подопечными не торопится брать тайм-аут. Еще немного уверенности своим болельщикам, партнерам и главному тренеру на пересечении с антенной. Еще раз доверяют своему диагональному Кураш. Но Авдоченко и здесь не забивает. Сейчас бы поработать на блоке. Но нет, Денис Богдан нашел брешь, скинул. 12 очко для Динамо набрал и счет сравнял. Что самое главное, так сказать, на классе. Продолжает подавать Павел Панков. В этот раз укороченная. Высоко выпрыгнул Максим Богатко и забил. Даже несмотря на дефицит легионеров, точно входит в тройку. Антон Семышев забивает. 15-15. Цветан Соколов на подаче. И здесь Кураш доставал одной рукой после не самой лучшей доводки. Не самым лучшим образом получилось. Андрея Марченко несколько подставил вместо блокирующего. Здесь я вижу за кадром, вы этого не видите, но что-то активно Виктор Иванович Бекша высказывал своему лидеру Владиславу Дробчинскому в таких повышенных тонах. Все, Машов еще раз будет подавать. Выбитый прием у белорусов. Скидка, не стал рисковать Марченко. Потому что в задней линии тоже не забивает. Марченко не самая удобная передача. Просто потому, что ему пришлось атаковать по убокам к сетке. Но Марченко, посмотрите, как технично. Как технично. Хорош парень. Белорусский Нишида. Эта кличка должна за ним закрепиться. Илья Власов! Илья Власов забивает. 20-20 равенство на табло. И сам же Илья отправляется на подачу от москвичей. Он за заднюю поверхность Петра держится, но на площадке остался. Замена не потребовалась. Павел Панков неожиданно для блокирующих белорусского коллектива, чтобы подачу Павла Панкова сбить возможно, но нет. Панков точен и хороший шанс для Динамо заработать сет-поинт. Дмитрий Жук. Первый темп Дмитрия Жука. Но главный герой этого розыгрыша все-таки Павел Панков. Его подача лишила Шахтер атаки. Брейковые очки. Уже 25-24. Динамо на подаче. Отлично справляется либеро Шахтера с этой подачей. Но здесь Максим Богатко в атаке рисковал. Хотя... Так, задняя линия атакует Шахтер. Еще одна попытка у них будет. Нет, мяч отправился за пределы. Есть в запасе Александр Сафонов, опытнейший диагональный, мастер спорта международного класса, между прочим. Опытный парень, который, кстати говоря, сменил амплуа, здесь блокирует скидку Антона Семышева, волейболисты Шахтера, и классные эмоции. Еще раз аплодируем Курышу за игру в защите. А вот этот тройной блок Богатко, Филь, Авдоченко. В спорте, что счет команды «Династия» — это, наверное, прежде всего хоккейный такой термин, но команда «Династия» — это те команды, которые доминируют в своих лигах и выигрывают в чемпионате страны 3 раза подряд или
три раза за четыре сезона. Здесь с передней линии на прием этого мяча дернулся Андрей Марченко. Получилось неплохо. Рост — это не помеха для прыгающего парня. Ногой поднимает этот мяч Алексей Кураш. Браво, аплодируем. Интересный эпизод. Роману Шкулявичу... Слушайте, странный эпизод, потому что линейный арбитр поднимает флажок и зафиксировал, что мяч не попал в площадку. Но главный арбитр встречи Артем Сукало отдал мяч москвичам первого тура по версии Sport Business Online, портала, который пишет о волейболе больше всех в нашей стране. Здесь атаку Антона Семышева заблокировали, но со второй попытки Антон все-таки добился своего. 11-10. Алексей Кураш, насколько я помню, да, воспитанник гродненского коммунальника. Вот так вот связывают сегодняшних соперников гродненский клуб. А здесь Антон Семышев, тяжеленный мяч, посмотрите еще раз. Шахтер все равно не сдается, все равно не падает в эту психологическую яму и навязывает борьбу. И даже вот за такой мощной атакой Ильи Власова Андрей Марченко дотянулся. Даже за ней. Хотя высота съема, мощь, прыжок, амплитуда. Власов делал все качественно. Динамовцам, ой, как непросто сегодня. И даже не может себе Брянский позволить выпустить тех, кто играет меньше. Если можно их так назвать, резервистов. Хотя у Динамо два равноценных состава, если честно. Длинный розыгрыш. И левой рукой Богдан. Ух ты! Амбидекстер, что ли? Денис Богдан. Классный эпизод. Еще один мяч в защите поднимает Шахтер. И здесь классно играет Авдоченко. Ему же отправляется передача. Семышев внимателен. И здесь Шкулявичу с браво. Романос. Еще раз поднимают. Да что ж такое? Классный волейбол из последних сил. Забивает. Из последних сил. Просто на последнем издыхании Алексей Кураш. Аплодируем обоим командам, обеим командам за этот розыгрыш. И просто браво, просто браво. Посмотрите, столько переходящих мячей, столько подвигов в защите. Летом перешел из Воеводины сербской в чемпионат России в Шахтер. Он, между прочим, входил в расширенный состав сборной Сербии на волейбольную Лигу наций, но в конечную заявку, в конечный ростер не попал. Первый темп Динамо работает. Дмитрий Жук 20 очко бело-голубым приносит. Первая подача была без риска, вторая тоже один в один. Неужели Антон Семышев? Да. Переигрывает здесь в этом эпизоде Павла Авдоченко. И если Шахтер сейчас победит в этом розыгрыше после подачи Романа Сушкулявича, то... Нет, не победит, не случилось. Ну и незачем тогда об этом говорить. 25-21 в третьей партии. Динамо тоже был сильнее. 25-22, 26-24, 25-21 в трех партиях московская Динамо побеждает. Практически побеждает, хотел я сказать, но меня прервал видеозапрос от Шахтера из Солигорска. Динамовцы уже стали праздновать победу-то на самом деле. Но нет, Виктор Бекша решил еще чуть-чуть отсрочить этот эпизод, дабы у него сохранился видеопросмотр. Теперь-то уж точно все. 25-22, 26-24, 25-21. Московская Динамо в трех партиях побеждает гостей из Беларуси, Шахтер из Солигорска.